В медицинских учреждениях области объявлен карантин, введен масочный режим в поликлиниках, развели потоки, люди с признаками ОРВИ обслуживаются отдельно. Родственников больных просят воздерживаться от посещения стационаров, ограничены плановые обследования и диспансеризация. В больницах и поликлиниках дезинфекцию и проветривание проводят чаще. Напомним, сейчас эпидпорог в регионе превышен на 64%, причем по всем возрастным категориям. Теперь будут до особого распоряжения медицинские организации работать, оказывать неотложную медицинскую помощь в поликлиниках до 9 часов вечера. Лицам, которые имеют хронические заболевания, они относятся к группам риска, также беременные женщины, маленькие дети, им рекомендуется при первых симптомах ОРВИ и гриппа вызывать врача на дом, и будут сотрудники медицинской организации вести этих пациентов до полного выздоровления на дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.